Всем подписчикам, а также любителям Лего привет! С вами Равиль, канал Зурн. Сегодня я хочу показать свою очередную покупку Лего на детали. Состоит она в основном из наборов Nexa Knight. Сейчас покажу, какие инструкции были тут в составе. Даже этот ниндзяг, даже не видел. Я не смотрел, там у меня пачка лежит огромная уже этих инструкций. В основном покупал, у меня тут попадались все девчачьи наборы. Ну, и к слову, девчачьи наборы по качеству деталей лучше. Вот такая еще пожарная машина Сити. Комплектацию не проверял, но в принципе она у меня там почти собрана. Думаю, детали там все. И вот, мальчишечьи наборы более ушатанные какие-то. Получается. Так, я еще даже пакеты-то хоть и разбирал, все в одном пакете свалено. Давайте тут я покажу, какие мне фигурки попадались. Тут вот с какого-то набора, значит, робот собранный. Я даже не знаю, это пират откуда. Это из Сити. Вулканологов, наверное. Что тут еще? Всякие маски, шлема, металлодетектор, вот рука какая-то, не знаю, чего тоже. Тут вот такой игровая приставка, наверное, или не знаю. Некоторые они разобраны, некоторые мини-фигурки, поэтому я даже я не знаю, если честно, от кого что. Вот, допустим, такой шлем есть. Плетка вот такая. Такой вот шлем. Не знаю, это показывал, да, вроде уже. Такой шлем. Такой вот скелет. Тут, значит, у нас этот, пила. Здесь вот такая вот мини-фигурка. Даже тоже не знаю, откуда. От чего. Всевозможные тут эти маски. Вот тут. Акула-молот откуда-то тоже. Ну, в целом я даже не понимаю, откуда это. Из каких-то наборов или как. Вот это Nexa Knight. Тоже какая-то непонятная тетенька. Такие вот прически. Тоже не знаю откуда. Еще где-то у меня там в пакете лежит. Вот такой вот. Это вот по мини-фигуркам там, аксессуарам. Ну то я еще не, у меня остальная часть просто сейчас не вываливал все, потому что даже на стол не поместится. По деталям. Детали вообще тоже разнообразные. Сейчас вот настрою. Ну а цветок. Я думал сначала еще китайский, что-то не из Лего. Оказалось, что оригинальный Лего. Даже не знаю, откуда такой цветок. Достаточно громоздкий. Это даже с отношением мини-фигурки. Вот таких деталей много видно, с щитами там покупали ребенку. В принципе, всякие разные детали. Вот таких тоже много. Пулялок, так понимаю, вставляют сюда вот. Сейчас продемонстрирую. Очень удобно. Зарядили, тут нажали, выстреливает. Тут их несколько штук, еще там в пакете. Детали по цветам и по типу еще не разбирал. Извините, тут у меня насморк еще. Вот, разберу тоже все по коробкам, детали, какие-то самоделки. Тут еще вот такие биониковые техники. Какие-то детали их отдельно, потому что я их не использую, по крайней мере, пока. Это все у меня дело. Уберет в отдельную коробку, что я мало там использую. Даже не знаю, куда такие использовать. Детали там.
не знаю, что это такое, бионика, не бионика. Ну вот, пакет еще тут, детали там еще полно. Еще, наверное, столько же по деталям. Сейчас вот достану мне пожарную машину аэропорта, которая... В целом она практически собрана. Что-то может по мелочи надо будет докладывать. Тут как-то у нее открывается, я видел. А, вот так, да? Там еще какой-то хлам. То есть такая машина достаточно интересная. Специфика моей работы основная. Потому что я занимаюсь проектированием систем безопасности, в том числе пожарной безопасности. Ну да ладно. В целом вот такой вот комплект. Где-то в районе 4 килограммов. Вышло там, даже не знаю, рублей 600 за килограмм. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой покупке, и покупаете ли вы Лего на детали. Может, расскажете, с какого это набора, или какие-то здесь детали. Вот, допустим, шлем тоже какой-то, не знаю, тут какой. Тут часть есть ушатанных, разобранных даже. Покажу, как он бывает, видите. То есть пацанские наборы в основном мальчики-то играют прямо-таки активно, поэтому и лица стерты, и даже какие-то детали были грызны. Я их выкинул. В следующую пятницу я объявлю что-то наподобие конкурса, который, ну, какой-нибудь, даже не знаю, конкурс, или не конкурс, или больше, наверное, что-то розыгрыши и опросы, в конце которого кое-что будет. Поэтому смотрите следующую пятницу, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставляйте лайки, комментарии, и всем пока!